Всем привет, дорогие зрители! В проекте, который будет сдан в марте 2023 года или в апреле, вот, уже подняли 3 этажа, продается 3-комнатная квартира, которая находится в западной стороне. Там море. Вторая береговая линия, это улица Барбаросса. Здесь люксовый проект от фирмы-застройщика GBG Group. Кого интересует прайс-лист, 3D-фотки, также могу отправить всю информацию про этот проект, который состоит из 3 блоков. В той стороне у нас маленькая речка протекает, там будет парк. Здесь 2 блока, А и Б, с хорошей инфраструктурой. Итак, дорогие зрители, здесь все квартиры проданы, давно уже. Осталась одна квартирка, 2 плюс 1, продает мой друг, не застройщик. Сразу говорю цену, 145 тысяч евро, 2 плюс 1, на верхнем этаже, 9 этаж. Смотрит на море, смотрит, впереди открыто, сейчас покажу вид. Вот, вид туда, там у нас сеть магазинов 3M Migros, ресторанчики. Вот, 2 блока. И до моря там, если пойти вот так, повернуть, где-то будет 220 метров, 230 метров максимум. А если напрямую посчитать, то 120 метров максимум. Напрямую никуда не пройдете, если что, там откроют дорожку, парк когда построят, может быть, будет дорога. Но также у этого проекта есть подземный проход. Надеюсь, они сделают доступ. Надеюсь, но не думаю, что будет доступ. Вот такой проект там. Вот он. На картине вы видели. А вот тот проект. 3D-фотки, все я вам отправлю в WhatsApp, в Telegram или в Viber. Если не отвечу в Telegram, пишите на WhatsApp. Напомните, я зайду и вам все отправлю. Там автоматически у меня пробка закрывается, потому что очень много рассылок там. Открытая парковка, кажется, есть скрытая парковка. Не смотрел, просто сразу снял. Итак, пройдусь я к морю от этого проекта, чтобы понимали, какой пляж. Тут люксовые проекты. Конак Твин Тауэр, Конак Тауэр. Еще здесь строится новый проект тоже. Навита Делюкс. С той стороне строится еще один проект, название Ace Ventura, не знаю, забыл название. Идемте, покажу я вам дорожку. Видите, да? Квартира будет в этой стороне, на высоком этаже. Вид у него открытый. Видит море, если посмотреть с высоты. Тут 2 здания, 2 блока, 3 блока, 4 даже. Там высокоэтажка, потом видит также ту сторону, видит горы, видит эту сторону. Там сеть магазинов 3M Migros. Есть также пирс, подземный проход, пляжа Конак Тауэр, вот в той стороне. Посчитаем, сколько минут, уже 3 минуты снимаю. До моря посмотрим, сколько там ходьба. Скажем, 2 минуты я ролик снял, и 2 минуты уже иду, или 1,5 минуты. Здесь продают ручные изделия, всякие статуэтки. Тут текстиль, одежда, золото, бриллианты, рестораны. Банкомат Гарантия Банк. Пешеходная дорожка. Ресторан Джекс Палас. Сеть магазинов 3M Migros. Здесь у нас
рыбный ресторан в Балыкове. Что-то пусто. Пока люди не хотят кушать рыбу. Наверное, вечером придут. Я сам раньше работал в этом проекте, управляющим. Не получилось дальше поработать. Здесь, если желаете, есть спа-центр. Вот в той стороне хороший спа-центр. Вот написано, да, здесь спа-центр. Пойдемте на пляж, я вам покажу этот пляж. Козьмище! Саламу алейкум! Начать мы видели. Пусть мы работали вместе. Также я работал. Хотел работать, не получилось. Но какая классная штучка. Подземный проход с этой стороны у нас. Один там, один в этой стороне. Сколько минут? 6. 3 минуты я уже пришел сюда. Ну, скажем, 4-5 минут ходьбы до пляжа. Еще надо спуститься вниз. Можете пройти по пешеходной дороге. Если не хотите рисковать жизнью, спускайтесь вниз. Вот подземный проход. Еще раз скажу цену, 145 тысяч евро. Есть маленький торг. Вот как раз новый ресторан делают, или сделали. Вот пирс. Один тоже из хороших пляжей района Махмуд-Ларч. Тут плиты все вырублены и изъяты из воды. Пирс пока они не собрали. А, народ отдыхает. Дорогие зрители, если хотите инвестировать в этот проект, тот проект, когда будет готов, уже цена будет где-то 175-180 как минимум. В Джебеджи, как я помню, в том проекте, который я снимал, цена была 160-165 тысяч евро, 1 плюс 1 на этаже. И если судить по другому проекту, который вот рядом с Росмон Люксовой, то советую взять эту квартиру для инвестиций. Но не знаю, в будущем будет какой-нибудь кризис в мире, это я не могу предугадать. На данный момент ликвидно взять на высоком этаже с видом на море в очень хорошем проекте, который строит хороший застройщик. Звоните, звоните. Пока-пока.